Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал о вязании и обо всем, что связано с вязанием. И вот сегодня у меня в кадре на столе лежит вот такой пакет. Пакет почтовый. Я принесла сегодня с почты утром. Не раскрывала, потому что мы потом ездили по делам. И вот сейчас я пришла и решила раскрыть его с вами и посмотреть, что же там. А прислала мне этот пакет Светлана. Канал Светланы связан с спицами Светлана. Все, наверное, ее знают. Честно говоря, я даже не знаю, может, есть на Ютубе такой человек, который ее не знает. Но, во-первых, потому что Света шьет потрясающие сумки проектные. У меня ее сумок несколько, сколько у меня, штуки 4, наверное, проектные сумки. Замечательные. Две сумки у меня, одну сумку мне в прошлом году Света на день рождения подарила, а вот две сумки я заказывала к Новому году, я посылала, ну, дарила своим девочкам, друзьям, коллегам. Вот, и у меня еще осталось, по-моему, пару сумок. Свету знают еще многие, потому что мы каждый месяц вяжем в триастартах. Очень много народу участвует, там 80 человек как-то было. А в этот раз не могу сказать точно, в апреле сколько, потому что на Ютубе были и на Дзене. Но там были много девочек, и там снимали, выкладывали. И вот я, например, и на Ютубе, и на Дзене выкладывала, но тем не менее нас много. И я думаю, что Свету знают очень многие. Вот. Света меня поздравляла с днем рождения. Потом, через некоторое время, она мне написала, что, к сожалению, с опозданием, но придет подарок. Вот спасибо большое, Света, за подарок. Огромное спасибо за поздравления. Много девочек меня поздравляли в этом году с днем рождения. Всем огромное спасибо. Ну, подарок, он всегда подарок. Это всегда удовольствие, праздник. И вот сегодня у меня такое настроение праздничное, с удовольствием я получила подарок утром. Я прибежала домой, принесла, но, к сожалению, раскрыть не могла. Так любопытно посмотреть, что там. Я приблизительно догадываюсь, но, тем не менее, очень любопытно. Я сейчас все это открою за кадром, чтобы не шуршать, не шуметь. Вообще, если хотите, я могу пошуршать. Но давайте и посмотрим. Получим удовольствие от того, что мы посмотрим с вами. Сегодня такое видео частичное. Я вытащила один пакет. Вернее, вот тот пакет, который прислала Почта России. А тут еще вот такой пакет. Давайте я, он заклеен. Вот здесь скотч сверху наклеен. Я вытащу этот, уберу этот скотч и вытащу из пакета. И мы дальше будем смотреть. Я надеюсь, уже не отключаясь. Ну вот, я вытащила содержимое этого пакета. Вот я чувствовала, что именно сумочка будет какая-то проектная, потому что Света шьет потрясающие проектные сумки. Мне они очень нравятся. Такая красота, правда? Давайте посмотрим, что же в ней. Вот тут квадратненькое. О, это, посмотрите, какая красота. Такая нежнятина, картиночка красивая. Это бархатные ручки. Это крем для рук. Здесь в наборе два крема. Дневной крем и ночной крем. Вот это крем ночной. Он с маслом ши и с ароматом ванили. Сейчас посмотрим. Ой, правда пахнет ванилькой. Так приятно пахнет. Просто чудо. Мне очень нравится ванильный запах. А это питательный крем для рук дневной, для ежедневного ухода. Тоже с маслом ши.
замечательные крема. И вот у этого крема прям такая структура шелковая. Здесь и написано об этом. Ну вот, там еще есть кое-что. Но прежде чем мы посмотрим кое-что, и давайте посмотрим, какая красота вот эти вот у Светы сумочки. Вот такая расцветка, она, ну, такая вот спокойная расцветка, да, не яркая, но она идет ко всякой пряже, которую туда можно положить, ко всякому настроению, ко всякой погоде. То есть вот совершенно такая, ну, как бы и без претензий, и тоже, вот, в то же время, знаете, с такой подходящей ко всем претензиям. Очень красивая сумочка. Мне нравится, Света шьет очень аккуратно. В каждой сумочке, вернее, на каждой сумочке есть ее логотип SVKnit, пришитый у нее в Инстаграм был канал, и его взломали. Потом она организовала тот же самый, но только с точкой. Но сейчас, пока Инстаграм зависает, нас не особо работает, поэтому пока, честно говоря, я даже не знаю, что я сейчас Света выкладывает, потому что как-то закрутила меня жизнь в этом году очень сложно со временем, и я редко, и потом, так как Инстаграм не работает, я на него сейчас просто не выхожу, и времени нет, и, честно говоря, и желания нет. Я на Ютубе и на Дзене вот только нахожусь, ну и в чатах общаюсь, и то очень редко, но, опять же, все связано со временем. Смотрите, какая красивая открыточка. Мне очень нравятся открытки, а вот эти маленькие, они настолько, не знаю, мне очень душу греют. От всего сердца. Вот такой букет ромашек чудесный. Ну, а здесь Света написала. Спасибо большое, Света, за пожелание. Огромное-огромное спасибо. Будем надеяться, что именно так и случится, то, что ты написала. Ну, и здесь есть пряжа. Естественно, куда мы без пряжи. Но сумочкой мы не закончили. Вот такая пряжа замечательная. Ализе. Давайте ее откроем и посмотрим, что это за пряжа. У меня такой пряжи не было. И это у меня первая пряжа, которую я держу в руках. Ализе. Сейчас бамбук. Файн. Это бамбуковое волокно. Так, 100% бамбук, цвет 67, и здесь 100 граммах 400 метров. Очень красивая пряжа, очень мягкая, знаете, такая прям шелковистая-шелковистая. Ниточка, вот она, посмотрите, какая она. Ну, я бы не сказала бы, что она тоненькая. Вот такая вот ниточка. Так, что рекомендует производитель? Где тут рекомендация? Спицы 2,5-3,5, крючок 1,3. Интересно. Вот интересно, какая она будет. Она мягкая. Мне кажется, что она будет такая не спадающая. Полотно такое будет не спадающее. Не торчащее, жесткое, а вот такое не спадающее. Красивая очень пряжа. Прям очень приятная в руках. И мне кажется, она будет прохладная. Таких здесь 5 моточков. 2000 метров.
Вот такая красивая пряжа. Так, ну и продолжаем с сумочкой. Смотрите, я сейчас ее вот так выверну. Ну, во-первых, очень удобная ручка, да? Вот так взял и пошел с ней. Я летом выходила в парк. У меня здесь рядом парк, Москва-река. И садилась, вот сумочка ходила проектная, и садилась там, вязала. Смотрите, какие маркировочки, туфельки. Сейчас покажу близко. Вот. Видите, какие туфельки на каблучках. То, что я люблю. Так, два маркировочка. Так, дальше. Кармашки. Хочу показать вам кармашки. Один большой кармашек, такой большой. Я в такой кармашек кладу сантиметр, какие-то записи. И еще один кармашек, не маленький, но сюда можно положить ручку, спицы, крючки. А вот еще с другой стороны такой же кармашек, тоже, я не пойму, видно вам или нет, положить сюда. А вот такой кармашек, крючок, ой, с замком, извините, у меня первый раз, у меня не было таких кармашек. С замком. Опа, а тут еще что-то. А, тут масочка. Масочка панда. Так, что здесь написано? Это тканевая маска. Укрепляющая маска для лица панда. Экстракт кактуса, входящий в состав маски, оживляет тусклую и обезвоженную кожу, делаю ее эластичной и сверкающей. Замечательно. Пандочка такая. Спасибо большое. Очень люблю маски. Всякие-всякие люблю маски. Я ими очень активно пользуюсь. Так, и вот здесь вот такой кармашек на замочке. Это первая проектная сумочка Светлана, в которой есть такой кармашек. Но чудо, правда? Проектная сумочка, просто чудо. Спасибо большое, Света. Вот честно, такое удовольствие, просто непередаваемое такое чувство. Знаете, вот вроде прошел праздник, прошел день рождения, поздравили, все, а тут опять праздник, опять поздравления. Спасибо, Света, тебе огромное за поздравления. Спасибо большое за пожелания. Спасибо за подарки. Спасибо за то, что ты помнишь. Спасибо большое. Спасибо большое, девочки, всем, кто пришел, посмотрел со мной это видео. Спасибо всем, кто порадовался со мной вместе. Я желаю вам всем успехов, удачи и, самое главное, здоровья. Ну вот и все. До новых встреч. Всем пока-пока.